У нас есть такой девиз: лучше сегодня миллион потратить на предупреждение конфликтов, чем миллиарды потом на их погашение. Этот слоган звучит на презентации рейтинга стабильности регионов страны. Итоги исследований, кажется, напрягают даже чиновников. На многих предприятиях страны неспокойно, а значит, есть почва для трудовых конфликтов. На этот случай фонд «Самрук-Казына» придумал и напечатал спецброшюры. В них пролетарий найдет все ответы. Поэтому эту книжку мы сейчас у нас прямо за ней все бегают. Мы очень хотим, чтобы она была у каждого бригадира, у каждого начальника цеха. Но если получится, у каждого рабочего дома, чтобы он знал, на что он имеет право, каковы его обязанности и как ему дальше действовать. Идти ли ему в суд, идти ли ему к работодателю, идти ли ему в акимат, или выйти на площадь. Поэтому мы хотим, чтобы люди не выходили на площадь, а работали уже с госорганами. У человека простого нет прав, если у него нет денег и связей. Если коротко, то это нажитые практикой убеждения правозащитника Бахтыгула Канатова. Он из Актубе, региона, где трудовые споры на предприятиях не новость. По словам Бахтыгула, социальную напряженность в коллективах порождают сами чиновники. Нашим чиновникам надо, чтобы отдельно кушали китайцы в ресторанах для них. И вместе с ними эта верхушка руководителей там кушает. А для рабочих, как будто третьесортных, их в каком-то бараке и за свой счет. То есть вот таких несправедливостей, много несправедливостей приводит к таким этим конфликтам социальным. Такие конфликты в Атрау были, сами знаете, в Кызылорде были, в Актубе были. И я думаю, будет много таких конфликтов в скором времени. Только по официальной статистике за прошлый год на казахстанских предприятиях зафиксировано свыше 20 крупных противостояний. Бастуют обычно в строительных, добывающих и нефтегазовых компаниях. И пока власть реагирует одной лишь издательской деятельностью, количество недовольных в Казахстане будет только расти.